мои друзья, подписчики и гости моего канала! С вами Алена Колосова, и сегодня я решила поделиться с вами рецептом, как посеять перцы, совершенно забытым мною рецептом. Сеять таким образом перец я буду первый раз. Вспомнила, что давно хотела попробовать, и благодаря моим подписчикам, которых я смотрю и уважаю, вот решила тоже испытать этот метод. Купила в магазине вот такой вот замечательный перчик, по-моему, по 9 рублей килограмм. И поскольку уже 29 у нас сегодня апреля на дворе, сеять перцы буду сразу, вдогонку, сразу в землю. Вот прям разрезаем этот перчик и будем сеять семена. Посмотрите, я посмотрю, что из этого может получиться, друзья мои. Давайте все вместе. Итак, разрезаю сразу перчик. Достаю все вот эти семечки. И сразу же, без рядочков, просто все их сюда и засыпем. Достаточно много семечек в этом перце. Посмотрите, какой он богатый. Вот, перец пойдет. А вот, смотрите. Видите, в магазине пока лежали, вот тут уже сформировался новый перчик внутри старого. Значит, эти семена имеют схожесть какую-то. И вот такой вот быстренький способ. Ничего я разлинеивать не буду. В этой коробочке у меня будут только перцы. О. Растите перчики большие-пребольшие. А я вас сею. Вот. Ну вот, по-моему, достаточно. Смотрите, вот такое вот. Все это быстренько сейчас засыплю земелькой и закрою пищевой пленочкой. И подпишу, что сегодня 29 апреля, и Алена решила посеять перчики. Всем спасибо за внимание, друзья. Оставайтесь со мной. Дорогие мои, по скрипту. Не забудьте пролить все хорошенечко водой. Хорошенько-хорошенько водой, чтобы наши перчики росли. Ну что ж, следите за мной. Следите со мной вместе за результатами. Все мои, сегодня 10 апреля 2021 года. И я решила посеять в теплице на рассаду капусту. Сеять буду вот такую капусту белокочанная белорусская, это ранняя, июньская, это среднеспелая, и капуста белокочанная вьюга. Сеять буду просто в рядочки. Может быть, накрою спанбондом, потому что стоят дуги, может быть, нет. А вот это редисочка, которую мы с вами пикировали из улиток. Ну вот она, друзья, редисочка, французский завтрак, которую пикировали, которую по одному семечку раскладывали изначально в туалетную бумагу, а потом пикировали в теплицу. Вот она. Совершенно хорошая редиска, прекрасная. Сегодня 22 апреля 2021 года. Нормально. Значит, такой способ редиски тоже работает. Вот тебе и туалетная бумага улитки. Нормально. Вот она, друзья, редиска на снегу. Набрала в теплице пучок. Пойду салатик делать. Гости приезжают. Красота. Жизнь деревья. Вечер, уже 9 час, а я в своей теплице занимаюсь посадкой огурцов для раннего урожая в мешки. Я решила поэкспериментировать в очередной раз. Вот эти два огурчика с подоконника, видите, они, это Арнелла. И я их перевалила в этот мешок. На дно мешка уложена солома, растительные остатки, земля,
Все это промочено водичкой. И все это, а мешочек немножечко привязала в теплице, друзья. Ну что ж, сейчас еще сооружу что-то типа парничка для них. И пусть растут с удовольствием, друзья мои. Растите огурчики большие-пребольшие, сладенькие-пресладенькие. Показываю вам, ребята, свою конструкцию. Одела второй пакет на палку, что-то типа парничка. Там внутри два этих огурчика. Вот. Надеюсь, это им поможет ночку ночевать. А? Большое спасибо всем за просмотр, друзья. Оставайтесь здоровы. Ваша Алена Колосова.